медный ковш с резной ручкой. Хотя кажется, что это гранат, который воткнули нож, но это лишь такая иллюзия. Если мы в жизни так поставим ковшик на стол, то он обязательно упадет. Но на полотне художник может спокойно себе это позволить. Все нереально. К тому же кажется, что все предметы, они как будто опираются друг от друга, либо висят в пространстве. Но на самом деле это иллюзия, которая возникает благодаря тому, что техника здесь совершенно иная, чем в ранней работе. Он использует светотень, но забывает о четких линиях. И если мы посмотрим на раннюю работу, то увидим необычный натюрморт. Он называется метафизический натюрморт. Когда в центре находится необычный предмет. В центре манекен, мы видим с вами, что он женский,